5 утра, и мы выезжаем в порт Ираклиона, и у нас 2 часа езды впереди. Обожаю утренние вот эти вот переезды. Все, увидимся в порту. Приехали уже в порт. Вот он сзади. Оставили нашу малышку, машинку. Сейчас двигаем искать, где наш паром. Все уже в масочках, потому что все-таки забываем, какое время. Ага, конечно, очередь не та. У нас были места отдельно, но нас посадили вместе. Это очень круто. Милый персонал, как везде говорится. Хоть и утро, но душно, тем более корабль под солнцем стоит, поэтому тут обязательно должно быть какое-нибудь охлаждение в виде кондиционера. А тут есть, тем более, как бы маски, тоже дополнительный слой на лице. То же самое, что летом, обвязаться шарфом и сидеть в шарфе в закрытом помещении. Тут везде разбросаны всякие санитайзеры. Хорошо, все масочка, все чистенько. Достаточно-таки большой корабль. Не знаю, можно ли выйти на палубу, думаю, что нет. Тут есть барчик, где можно купить какие-нибудь снеки, водичку. По ценам 4 евро стоило кофе. Вот. Так себе, конечно. Дороговато. Есть туалеты и, естественно, есть какая-то верхняя палуба, на том, наверное, какой-то супер вид. Есть еще нижняя палуба, мы на какой-то средней, я бы сказал. 9 сейчас справляемся и 10:50 примерно мы должны приехать в порт, приплыть в порт Тиры на Санторини. Все, 54 евро, паром, и мы на Санторини. Вижу, что тут, наверное, 90% людей приехало именно на Санторини. И сейчас все быстро покидают этот корабль, как будто, я не знаю, мы сейчас просто утонем. В принципе, не очень был заполненный этот паром. Я так думаю, где-то 70%. Блин, тут еще была такая терраска на палубе. А я ее не заметил. Ну, уже поздно. Так, и вот мы на Санторини. Как бы подняться вот туда, на гору. Так, по факту, порт очень маленький. Здесь есть какая-то автобусная остановка. Вижу, здесь есть прокат автомобилей. Ну и все. Так, все, сели в автобус. Если вам нужно ехать куда-то в город, в Тиру, допустим, то здесь написано local bus, то есть местный автобус. Общественный транспорт, я не знаю, как его привезти. За 2 евро нас довезет до, вроде даже до того города, где у нас отели. Я не знаю, как они тут разминаются, эти автобусы. Те, кто там вот внизу взяли тачки на прокат и подниматься сейчас наверх, то просто удачки. Думал, что на Крите стрёмно, то тут просто усаться. Да, на первое впечатление, конечно, круто. Сразу же видно эти скалы высоченные и белые домики. Ну, короче, визитная карточка Санторини уже видна. Быстренько доехали. Картерадос. Сейчас найдем наш отель. Было написано, что от остановки 10 минут идти пешком. Столько всяких храмов и церквей на метр квадратный. Такой-то попросили номер с 2 отдельными кроватями. А нам дали целый 3-местный номер. Прикольно. Номер небольшой. Стоил он, в принципе, очень дешево. По-моему, 50 евриков. Есть кондиционер. Есть холодильник. Есть
здесь шкаф, крохотная душевая, то есть туалет, ванная. Все прекрасно, есть кофе, есть чайничек, есть шкафчики, розетки. Короче, все, что нужно, тут есть. А у нас тоже есть балкончик, ну, с видом, правда, на стену и на бассейн. Там такая маленькая мини-терраска. За эту цену это вообще бомба. Нас на 3 часа раньше заселили. Это вообще просто подарок, потому что у нас будет сегодня, по сути, целый день, чтобы посмотреть еще Санторини. Очень классный персонал. Вообще супер любезные. Я вам покажу, они нам расписали тут всякие достопримечательности, которые можно посмотреть на таком листике. И самое-самое крутое, они нас спросили, будем ли мы арендовать машину, мы сказали нет, мы будем ездить автобусами. И они нам выдали, получается, такую карточку, где есть расписание всех автобусов во всей части острова. Единственный автобус, который здесь не проезжает, это тот, который едет в город Ия. Для этого нужно 25 минут пешком дойти до города Тира или Фира, как оно по-гречески, и оттуда уже взять автобус на Ия. А, и вдобавок здесь еще есть цена на это все. Такой ресепшн интересный. Вот, есть бассейн. Вон там сзади наш прекрасный пансионат, Анна. Шикарненько, просто шикарненько. Санторини, красота. Да план такой, сейчас идем в эту Тиру-Фиру. И потом я поеду один к пляжику. Поеду на черный пляж, хочу сегодня еще искупаться. Ой, я не знаю, что я в таком восторге, но приезжаешь на Санторини и начинаешь фоткать просто каждую дверь, каждое окошко. Все такое прикольненькое. Мне нравится, все очень классно. Сейчас мы найдем какую-нибудь таверню, покушаем. Сели тут ближайшие кафешки поесть. И... А это кафе называется Катерина. И сейчас я заказал себе свинину в апельсиновом соусе с рисом за 11 евро и 50 евроцентов. Замечаю, что там была опция тоже с курицей, и опция с курицей стоит дороже. И я спросил официанта, это почему так. А он не дал мне никакого ответа, но мы пришли к выводу, что, скорее всего, для людей более понятно, что такое чикен и что такое курятина, да. В ресторанах здесь опция стоит дороже, чем, допустим, со свининой. На Санторини немножко подороже, чем на Крите. Скажи, вкусно, роскошно, красиво. Да, тут от еды просто получаюсь супер кайф, конечно. Маленький курс греческого языка. Эвхаристон. Эвхаристон. Это будет спасибо на греческом. Так, только пришли в Тиру. Это, кстати, Тира-Фира, это столица Санторини. Небольшой город, ну, как бы и остров сам небольшой. Ну, виды тут просто вау, умопомрачительные, не знаю, какие-то головокружительные, там морька, солнышко. Максимально уже вспотевшие. Называется, прогулялись 20 минут, и уже все. Нашли такую площадочку, где есть лавочки, и тут можно посидеть, передохнуть. Тут ветрено.
Тут есть такие брошюрки с картой Фиры, и тут еще есть расписание автобусов. Не знаю, ну, это не похоже на автобусную остановку, потому что навряд ли сюда автобус заедет. Вот. Но это такое местечко, если вам захочется посидеть, передохнуть, то я оставлю его локацию. И тут красивый вид вон туда вот, на город. Первое впечатление, знаете, что типа вау-вау, приезжай в Санторини, красота. Ну вот, знаете, градус вот этой вот милоты, я бы сказал, и вежливости тут как-то так падает, потому что я не знаю, как-то тут такое все немножко все-таки на там лакшери, лухури, пафосе. И это как раз-таки тут чувствуется, и это мешает. Мешает отдыхать, мешает расслабиться. Смешанное чувство, вы знаете, такая красота, какие-то такие неоправданные понты, я бы сказал. Ну, а может, и оправданные. Расстроился, что здесь не будет никаких прикольных магазинчиков, а нет, есть. Интересненькие такие какие-то концепт-сторы. Или местных локалов, то есть каких-то местных дизайнеров магазинчики. Классно пообщаться с людьми, которые там работают, продвигают локальный продукт. Крутяк. Это интересненькие открыточки можно найти. Вот, а я люблю открыточки. То есть такие посткарты. Вот так выглядит лакшери-станция на Санторини в городе Тира. Автовокзал. Кошмар. Ну понятно же, что богачи не пользуются автобусами. Вот, ну все равно. У них тут даже нету элементарного туалета, это печаль. Нет, поправочка. Туалет здесь есть за углом. Стоит 1 евро. Ничего не могу сказать. Точно не советую. А вот я понял, где наконец-то пригодилась маска. Вот там она была очень уместна, на самом деле. Только она у меня порвалась, как я только зашел, от такого, конечно, напора запаха. Это просто яд. В прямом смысле этого слова. Но есть расписание, и это большой плюс. И, кстати, я заметил, что на основках тоже вывешивают расписание, чего не было, допустим, на острове Крит. Окей, короче, сейчас еду в Камаре, там вулканический песок черного цвета. Вот, на пляж чисто чекну. Посмотрю. В Санторини остров, в принципе, маленький, поэтому здесь расстояния небольшие, и автобусом тут вообще так, чик, и все. 15 минут, евро 60, и я на месте. Эта часть острова, она более такая пляжная, поэтому сюда приезжают люди поплавать. И я тоже сюда приехал поплавать. А, тут очень прикольная горища стоит, красивый вид. На нее открывается с города. А, и я еще заметил, что на Санторини как-то все более халатно относятся к правилам. Меньше людей носят маски на улице. То есть в замкнутых пространствах все так же. Некоторые ходят, мы тоже ходим. Иногда, не всегда, потому что очень душно. Там, где очень людно, мы их одеваем. На Крите в этом плане было как-то по-другому. В общем так, по поводу пляжа, здесь не песок, здесь галька черная, вулканическая. Просто куча мусора, хотя мне кажется, что кафурики, которые находятся сзади меня, должны были бы за этим следить. Но такого, допустим, на Крите я не видел. И заход в воду очень сложный, очень скользкий. Вижу, здесь люди на сапах тоже катаются. А еще на всяких водных штуках, там... Я так себе оцениваю этот пляж. Вот. Ну, тут есть, конечно, зонтики, лежачки. Ко мне, кстати, еще никто не подошел. А, может быть, я отсюда просто и уйду бесплатно. Мари для меня остался каким-то разочарованием. Здесь работает такая же тема, как на Крите. Получается, заказываете что-то в кафе, и лежаки и зонтик получаете бесплатно. Но пляж, конечно, я уже оставил все комментарии. Такой. Мне как-то не особо понравилось. Я сделал один заплыв. И все, попробовал полетать дроном, но мы возле чего? А вон там вот видно. А, мы возле аэропорта. Тут не разрешены полеты дрона. Поснимал просто на камеру. Решать вам, ну здесь такой, типа, знаете, наверное, тихий, спокойный отдых. Но Санторини явно не
пользуется спросом среди пляжников. Ну, завтра будет супер интересненько. Я вам покажу, там будет классный контент. Знаете, самая оптимальная температура вот после 8 вечера. Вау. Так все красиво освещается.